Областное радио. Сейчас мы выпустили первый курс, начинается набор во второй курс. Я считаю, что это подарок судьбы. Абсолютно. Год бесплатно согласна. Заниматься в такой крутейшей банде с такими педагогами, которые рядом со мной сидят в том числе. В общем, 1 и 2 числа в мастерской Крикливого и Панькова, это новый театр, который открыт в нашем городе полтора года назад, Ленина будут, 15. Да, будет проходить, мы называем это мероприятие лабораторией, 1 числа в 17.00, 2 в 11 часов утра. Необходимо обязательно записаться у Оли Стволовой, потом мы скажем координаты. То есть, что значит лаборатория? Мы смотрим на тех, кто к нам пришел, те, кто к нам пришел, смотрит на нас. Должна произойти какая-то химическая реакция, и в процессе ее... Да. 3 числа сложится наш второй курс. Вот это, да, смотри, какие молодцы, смотри, какая коллаборация. Да, вот замечательная вот. Коллаборация. Скажите, вообще, как возникла идея создания этого театра? С чего началось? Как давно вы этим занимаетесь уже? Ну, именно вот в рамках вот этого театральной деятельности. Кто рискнет? Ну, Анна Викторовна будет все время говорить. Оля расскажет. Оля, расскажи про социальный театр. Социальный театр или про то, как образовалась инклюзионная Новосибирск? Давайте начнем с инклюзиона, а потом немножечко поясним, что такое социальный театр. Давайте так. Так, есть такая прекрасная, господи, прекрасный фонд соединения, который живет в Москве. Вот они создали театральные направления и прекрасный легендарный спектакль «Прикасаемый», да, который существует до сих пор. Представляете, уже 4 года. Вот, его возят по всем странам мира. И они решили отправиться в путь, чтобы этот проект существовал не только в Москве, но и в регионах. И пошли по регионам. Пришли в город Новосибирск, сделали тут тоже лабораторию, да, которая длилась 2 дня. На эту лабораторию пришла я, ею руководила Анна. Вот, и все мы там встретились, здорово позанимались и собрали наш первый курс. Вот. То есть не обязательно иметь какие-то навыки изначально для того, чтобы, в принципе, попасть в театр, я не знаю, быть с актерскими понятными данными. Понятными данными. Да, да, да. И можно просто хотеть, достаточно ли только желания или необходимо что-то еще? Но для того, чтобы прийти на лабораторию, достаточно желания. А там уже мы разберемся. И ты сам поймешь, есть ли у тебя желание работать. Потому что мы же приглашаем не развлекаться, мы приглашаем работать. Как вот я все время говорю, искать новый театральный язык. Вот. И это такая настоящая работа. Но нужно прийти на лабораторию, ну, не нужно пугаться того, что у нас такие невероятные запросы. Нужно прийти к нам в гости, позаниматься с нами, по сути, поиграть. И понять, хочется тебе идти дальше с этими людьми или не хочется. Готов ли ты на это приключение или нет? Ну, вот сейчас пока пугаться не нужно. Нужно просто прийти. А позаниматься это что значит, Толь? Что это делаете? Это позаниматься тренингами актерскими. У нас, вот я считаю, что в нашем городе самые лучшие тренинги по речи ведет Яна Сегида. Это просто такой топовый специалист. Ну, мы тут собрались друг друга хвалить. Знаете, за это время я прошла разные тренинги в разных городах. Есть чем сравнить. Есть чем сравнить, да. Я понимаю, что Яна, она делает это потрясающе. У нас есть тренинги по пластике. С нами за это время занимались самые разные педагоги, но все очень хорошие. Есть тренинги по актерскому мастерству и потрясающие тренинги по работе с режиссером. Но это тоже актерское мастерство, но это нечто большее. Эти тренинги ведет Анна Зиновьева. Еще мы учимся работать с куклой, представляете, оживлять предметы, оживлять свое тело. Мы понимаем, что наш пальчик может быть прекрасным актером, он может смотреть, дышать и двигаться. Поэтому игры там потрясающие, тренинги. А что внутри вас, Оль, непосредственно происходило, когда вы начали погружаться в этот процесс? Может быть, случилось какое-то изменение? Свежий взгляд на какую-то понятную историю? В себе нащупали что-то новое, о чем раньше даже не догадывались? Как сыграли вот эти тренинги на вас лично? Во-первых, я задумалась над тем, что я не умею совершенно слушать людей, и я задумалась, интересны ли мне люди вокруг. Вот, я поняла, что, ну, когда ты занимаешься театром, тебе должен быть интересен твой партнер, иначе никакого спектакля ты не создашь. Ну, так-то да, химия желательно. Да, и я начала учиться интересоваться людьми. Я начала быть в обществе, где разные люди совершенно. Потому что до того, как я попала в театр, как вот актриса, там, руководитель, я общалась с людьми, которые тоже ходят в театр. Это был какой-то мой круг, мы разговаривали на
одном птичьем языке. И тут вдруг приходят разные люди с разными физическими особенностями, ментальными. И вот мне нужно искренне ими интересоваться, услышать, чтобы они понимали меня, я понимала их. И это вот самая невероятная метаморфоза. То есть я стала более, социализироваться по-настоящему. Не только среди своих, а среди... И все стали своими. И я начала понимать о том, что все люди свои. Просто к одним путь ближе, а к другим чуть подальше. Но это даже интереснее. Угу. А вы обещали рассказать, что такое социальный театр. Все-таки хотелось бы понять, как Яна это устроено. Расскажи. Да, Яна у нас специалист по этому вопросу. Ну, знаете, друзья, у меня было два захода в социальный театр, так назовем это. На самом деле это такая большая любовь, это такое включение стопроцентное. Ну, в общем, первый раз я зашла, будучи совершенно не готовой к социальному театру. Я пришла и подумала, а что вообще я здесь делаю? Боже, у меня там в театре жизнь! Я что-то тут как-то заблудилась. В общем, я пришла, меня пригласил режиссер, который только начинал заниматься инклюзивным театром в нашем городе, Галина Пьянова. Я пришла как участник, как актриса, которую как бы куда-то притащили. Значит, я искренне занималась отчаянно, но сбежала по-быстренькому. Uh-huh. А второй раз я пришла уже, когда захотела взять на себя ответственность. Созрела. Да, когда возникло желание внутри, мне кажется, что это очень важный момент. Желать, иметь интерес, желать и приходить и знать, что будешь брать на себя ответственность. Тогда сразу все интересно становится. Да. Вот. Поэтому два захода было, и я вам хочу сказать так, для меня это, наверное, театр про людей. Это вот человеку важен человек. Вот для меня это так. И он может быть с какими-то своими особенностями, он бесконечно интересный. И для меня это такое взаимодействие человека и человека. Ну, социальный театр, это же еще, мы сухо будем говорить по существу, да, это для людей, которым 55 с плюсом, да, это для ребят, которые учатся, живут, когда они не дома живут, а где? Да, это называется театр социальных изменений. На Западе это уже очень распространенное явление. Не просто социальный театр, а именно театр социальных изменений. Когда мы не просто грустим по поводу того, что есть одинокие дети, там, и старики, и так далее, пожилые люди, а что мы что-то меняем. То есть тем, что мы, например, делаем с этими детьми спектакль, мы их как-то социализируем, мы им даем какие-то дорожки, показываем в будущее. То есть какие-то направления, они могут шагать по ним. Вот этот театр очень распространен, еще раз говорю, на Западе, а у нас принято было размахивать руками, эмоционировать, но менять не очень. Вот сейчас мы как раз хотим заниматься таким социальным театром, потому что, есть очень много разных около спектаклей, еще мы большой деятельностью занимаемся, можно ее назвать просветительской, например, даже мы придумали взять на работу некоторых ребят, выпускников, чтобы они попробовали в театре поработать костюмерами, гардеробщиками, там, реквизиторами, журналистами, разными профессиями заняться. Вот, собственно, вот это и есть социальный театр. То есть есть какие-то слабые такие очаги, есть такие незащищенные слои общества, они могут быть очень разные. Обычно вы можете быть по какому-то поводу незащищены. Вот театру нравится сейчас повзрослеть. То есть театру нравится быть, вот как хирург взял, вот так, и что-то вырезал, человек живет лучше. Вот театр тоже захотел выйти из своих стен и стать взрослым. То есть я не просто рассказываю истории, я действительно делаю что-то. Вот знаете, как моя бабушка говорит, чем ты занимаешься? Я понимаю, я суп сварила. Есть продукт. Вот театру тоже захотелось какой-то продукт иметь. Да, у меня бабушка про мою работу также говорит, что под музыку болтаешь. Получается, вот набор открыт, это понятно. Ну тогда, может быть, по категориям пробежимся. Для кого конкретно открываются двери нового набора? Кто вот прям по ступенчато? Кто точно может попасть? Единственное ограничение то, что мы занимаемся уже со взрослыми людьми. То есть мы набираем с 16 лет людей до бесконечности, и мы не делаем никаких ограничений. То есть это могут быть любые особенности, да. Другое дело, как мы друг с другом, сможем ли мы существовать друг с другом, это мы проверим. Для этого и есть организована эта лаборатория. Радио 54. Первое областное радио.